Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди, на аппарате Скарф. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем наше приключение. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. У нас с вами украли шарфик. И нам нужно его вернуть, потому что без него мы даже прыгнуть не можем нормально. С шарфиком мы потом туда сможем забраться. И нам, видимо, туда и нужно. Так, давайте. Стоп. А вот здесь вот у нас что? Так. Ага, это я смогу вот туда вот перебраться, я понял. А, надеюсь, это не на время. Туда, кстати, можно еще сходить. Давайте вначале сюда. Нам, кстати, еще нужно собрать две игрушки, два рисунка. Нужно внимательно осматриваться. Получено достижение как ребенок. То есть это только для достижения было? Ладно. Стоп, а если... Но без шарфика я туда не допрыгну, а с шарфиком-то я мог бы он туда куда-то забраться. Хотя вроде как там ничего и нет. Вроде бы. Так, что вот это делает? Отлично. Ай. Так, давайте вот сюда вот сходим. Здесь мы, получается, чернила сможем взять. Она породила невероятную мощь, и частички ее обрели новую форму. Истина будет раскрыта. Так, а больше здесь прохода никуда нет. Ладно. Истина будет раскрыта. Все не так просто с нашим шарфиком. Нам нужно раскрыть истину. Так, стоп, а вот сюда я спускался или я вообще отсюда пришел? Я маленько запутался. Я здесь был. Так, там можно куда-то подпрыгнуть.
Что это нам дало? Не понял. Что только что произошло? А, вот выдвинулось. А зачем? Чтобы я потом мог здесь забраться туда? Ну, ладно. Тогда осмотримся здесь. Так, а я не отсюда вообще пришел? Я уже не очень помню, откуда вообще я сюда пришел. Но такое ощущение, что отсюда, вот, да, и я не могу туда вернуться. Так, ну это вот туда я поднялся. Вот здесь, наверное, перепрыгнуть. Хотя нет, без шарфика я так далеко, наверное, не смогу. Ну, можно, конечно, попробовать. А мы сейчас посмотрим, откуда идет тот последний луч. Куда нам в итоге, собственно, нужно бежать? Кстати, может быть, тот шарик нам нужен? Можно его взять, толкнуть? Ой-ой-ой, не сюда! Да нет, вряд ли. Сомнительно. Так, вот... Туда вот нам нужно. Как туда попасть-то? А что ж такое, даже подойти туда не могу. Но я смогу вот туда, наверное, пройти. Главное, чтобы получилось перепрыгнуть. И есть, отлично. Так, здесь вроде как... Вот, спуск есть. Может быть, что-то припрятано? Да, рисунок. Так, вот там что-то есть. Это мы посмотрим, что у нас тут. Ничего? Я думал, может быть, игрушка будет. Так, что с этим сделать? Нет.
Так, вот что с вот этим сделать? Но я с этим даже прыгать не могу, так что я даже туда не выберусь никуда. Вот сюда вот вставить я тоже не могу, в эти фонари или что-то такое. Может быть, просто их подоставать отсюда и все? Ничего не произошло. Так, я не очень понимаю, что нам нужно сделать-то. Ну, вынести отсюда их никуда не смогу. Так что с ними что-то нужно сделать именно вот здесь вот. Но что-то я не понимаю, что. Вот тут какие-то вот рожи. Может, их покормить нужно, типа... Хотя странновато. Может, в краску перекрасить. Нет, не похоже. Но это те шарики, которые мы скармливали шарфику. Но сейчас-то мы... Может, потом нужно сюда прийти с шарфиком? Ну, а тогда что сделать вот сейчас вот? Я никак не проберусь. Так, ну вставить обратно мы уже не можем. Это мы просто ложим. Ну просто если не здесь что-то нужно сделать, тогда где вообще? Стоп, а я вообще смогу отсюда как-то выбраться теперь? Или я тут вообще в ловушке? Но я в упор не понимаю, что нам сделать с этими шариками. В общем, я ничего не придумал, что можно сделать с этими шариками. И каким-то чудом по вот этим камням, прыгая, постепенно у меня по чуть-чуть, по сантиметру, получилось вот сюда вот заползти. Я думаю, нам сюда вернуться придется потом, потому что вот эти шарики мы использовали для того, чтобы скармливать их шарфику. Но у нас-то шарфика сейчас нет, мы с ними ничего сделать вообще не можем. Так, ну если я сюда упойду, то, возможно, уже не выберусь. Так, подойти мы туда не сможем все равно. Нам нужно вот туда вот. Вопрос на миллион, как?
А вон там вот мы были или нет? Так, понизу мы там точно бегали. Ну, вот тут я не помню. Ага. Ага. А нам сюда нужно притащить. Вот, например, вот эту вот вазу. Да, стой, стой, ровненько, вот так. Вот оно что. Так, ну сюда, в принципе, кубик. Так, вот еще. Так, ну здесь только один кубик. Эту вазу он брать не хочет. И эти тоже. А, ну да, вот этот шарик ведь вниз опускается. Теперь я отойду, оно включится. А, оно уже теперь держится дальше, да? Ну, отлично. То есть мы теперь все, мы можем идти к шарфику. Нам еще нужно две игрушки и один рисунок. Такая огромная локация. Мы здесь довольно много времени. И до сих пор мы что, здесь только один рисунок нашли? Странно. Надо будет сейчас шарфиком еще раз здесь все оббежать, потому что, возможно, мы куда-то просто не могли забраться без него. А, ну по идее, получается, мы сейчас столкнем вниз, он упадет, стекло разобьется, и он сможет выбраться наружу. Ну конечно, теперь он полетел туда, где те белые шарики. Ну само собой, вот теперь нам туда и нужно.
Но странно, почему не ограничили туда проход до этого момента, потому что, по сути, то место является ловушкой. Мне пришлось хорошенько так помучиться, чтобы у меня получилось оттуда выбраться. Вот по вот этим вот камешкам вот так вот скакая туда-сюда. Ну, вот. В общем, вот таким вот образом у меня получилось. На. Я ж так и думал, что это для тебя шарики. Что еще с ними сделать-то можно? А ты не можешь сам их взять? Вот они лежат. Бери и ешь. Что ты мне машешь? Что это дает? А, разные, смотрите, анимации. Давай вылечивайся, мне нужна твоя суперсила. В особенности как минимум дважды прыгать. Все? Отлично. Да, вот, работает, великолепно. Великолепно. Вот это уже другое дело. Вот теперь можно и осмотреться получше. Так, ну здесь мы рисунок взяли. Так рядом точно ничего не будет, я думаю. Хотя... Нет, ну тут видно, что ничего нет. Нам вообще куда нужно сейчас? Туда вот нам нужно, да? Так, я еще вот туда вот вроде как запрыгнуть теперь могу. Не понял? Не понял, я ведь здесь был. Это что, молот Тора? Я ведь здесь был. Почему я не заметил? То ли это моя невнимательность, то ли оно тогда не светилось вот так вот. То есть мы на этой локации, получается, нашли игрушку и рисунок. А что, больше шарик не выпадет? А, меня туда не пускает невидимая стена. Вот оно что. Так, ну если здесь вот была игрушка, то значит здесь в этом месте... Точно не будет ничего больше. Там у нас чернила. Туда нам нужно. Вот там еще нужно посмотреть. Так, кстати, нам еще двое нужно чернил.
Так, а я их точно нигде не пропускал? Я не помню. А вот здесь что, я не помню. Просто я вот смотрю сейчас, всего лишь остался один рисунок и одна игрушка. То есть, по идее, эта локация, наверное, зона эта лесная. Скоро и закончится, а где же еще двое чернил? Там забраться уже некуда. Там я понизу везде бегал. Да нет, тут я везде был. Ладно, ребята, не знаю. Главное найти все чернила, потому что они дают нам кусочки сюжета. А вот эти вот все рисунки и игрушки, я думаю, это чисто... Ну, чисто собирательные предметы коллекционные, которые не обязательны. Конечно, хотелось бы их тоже пособирать все. Опа. Так, а опять он двигается только в одну сторону. А, тот споткнулся. Что, не думал, что я смогу вернуть себе шарфик? И все равно он двигается только в одну сторону. Куда бы я ни вертел стик, все равно он идет только сюда. Нам еще нужна одна нить. О, все. Дали мне свободу, я теперь могу здесь осмотреться. Да нет, здесь ничего и нету. Ладно. А какие эти игрушки хоть по форме? А, одна игрушка вон. Рогатка. Напоминает рогатку. Вот нужно искать что-то похожее. Что это означает? Как будто вот эта вот красная сущность, она их затягивает, что ли? Расщепляет на атомы? Что-то типа того? Так, а мы тут были? Так, здесь точно ничего нет? Ну, выше туда не заберусь. Ну, думаю, можно спрыгивать. Стоп, подождите, а где было место? Вон туда вот как-то мне... Не, ну не долечу туда никак. Вот это я отсюда вышел. А как бы мне еще вот туда попасть? Я даже не представляю. Может быть, оттуда я тоже смогу в итоге выйти. Так, а здесь я не помню, куда именно мы пошли. Здесь, по-моему, была развилка, что ли. Там еще внизу дверь.
Но она закрыта. А, там еще дверь. Но, по идее, тоже закрытая. Да, не открывается. Так, как-то я здесь наверх забирался. А, вон же ступеньки есть. Так. Так, а вот и развилка. Я не помню, куда я в итоге пошел. И куда я пришел. Если я пойду сюда, вот, к примеру. Куда я приду? Чтобы не очутиться опять в том же самом месте. А! А, тут нужно подлететь на этом самом, на планере. Ну? Вот так вот это делается. Так, вот если я сюда пойду, куда это я приду? Черт его знает. Так, а если я вниз упаду, я смогу как-то вернуться потом? Ага, там подъем есть, так что окей. А, давайте тогда осмотримся здесь получше. А вон же ж игрушка там. Так, стоп. Мы же ее подбирали, слушайте. Почему-то она заново здесь появилась. Я уж было обрадовался. Думал, собрали все игрушки. Ага, сейчас. Там дверь как раз та, но она же закрыта. Так, что у нас внизу? Ничего не вижу. Ни рисунка, ни игрушки. Давайте получше осмотрим. Но вроде бы ничего нет. По крайней мере, я ничего такого не заметил. Что там? А, цветы исчезают. Я услышал грохот какой-то. Так, ну здесь мы определенно не были.
Ух, там сова какая-то. Так, а куда мне? А, я не заметил те штуковины. А туда не смогу никак забраться. Давайте попробуем. Вот. А, невидимая стена. Там невидимая стена прямо. Так, мне, значит, нужно туда теперь. Давай. Давай. Оп. Так, все в порядке. Ну там та же самая схема. Давай. Давай. Опа. Есть. Полетели? Ой, какое место красивое. Сзади нигде игрушка не будет припрятана. Кто его знает? Ладно, куда нам дальше-то? Так, а здесь как? Просто полететь, а там будет куда в итоге приземлиться? Надеюсь. Стоп, вон туда нельзя было залететь направо? Да хотя вряд ли, я думаю. Так, давайте здесь прервем полет, посмотрим. О, зайчик. Так, он там опять раскидал эти самые лоскутики белые. А наш шарф нас опять покинул. Опять он куда-то вперед полетел. Ну куда ты мне бежать за тобой? Что ж тебе не имется? Ладно, ребята, давайте мы, наверное, здесь с вами уже прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.